закупили доски для веранды, сейчас будем строить. Все строить? Давай, все сделаю, все могу, все умею, меня здесь все знают, давай, поехали. Так, что строим? Вилла, особняк, каркасник. Веранду. Веранду, веранду, круто, давай. Что такое веранда? Ну, это такая терраска с крышей, но без стен. Отлично. Как это без стен? Пойдем, пойдем. Ну, конечно, по договору, договоримся. Так, ну дизайн-проекта нет, здесь нужен архитектор. Есть у меня один шикарный, вот такой вот, в НИИ работает фрилансером. Алло, Азамат, ишинди туктом, башка ишбар. Да. Минсон? А, Рахмат. Короче, 100 баксов. О, я тут поживу, ладно? Я его, в смысле, антисептик? А участковый нормальный? А куда ведро закапывать? Ну тут маляр нужен. Вот такой вот, на стройке 20 лет проработал. У него канал свой на ютубе. Он сейчас приедет, ты лайк поставишь, все тебе сделает. Все сделает, пошли. Слушай, у тебя тут картошка растет. Можно я себе копану пару лопаток на супчик? Окей, ладно? Сейчас приду. Короче, все эти дизайнеры, эти бараны, сами сейчас сделаем. Я тебе сам макет сделаю, я все могу, все умею. Так, ну что, 5500 за квадрат договорились, да? Нет, нет. Нет, в смысле, ну давай 4500. Так, ну здесь где-то от 2 до 5 кубов, там плюс-минус 2-3 куба. Плюс доставка. Так, а циркулярка есть? Шуруповер, дрель. Мои просто на другом объекте, послезавтра бригадир должен привезти. Короче, братан, гарантия пожизненная. Я тебе телефон оставлю, ты мне потом позвонишь, я приеду, все быстро сделаю, недорого, по гарантии. Спецстрой России! Короче, если сейчас рассчитаемся, я тебе электрику мимо счетчика пущу. Здесь завод недалеко, я тебе по оптовой цене отдам. Слушай, там крышу потом сами доделайте, хорошо, а то я высоты боюсь. В смысле доска хреновая? Это же по ГОСТу, блин. Не, ну давай двушку. Слушай, какие укосины, это миф, блин, женщина. Я тебе нормально потом саморезами все протяну, будет вообще, вот, смотри.